Я заключенный, плененный и лишенный. Системой сломлена судьба. Потерян дом и разбитая семья. Однако чести не лишенный. Живу в казенном доме я. Здесь трудно оставаться человеком и не сподобиться толпе. И не сломиться под натиском режима безнадежно падших в лагерей. Один я здесь. Вокруг одни погоны, но я не против, но я не за. Живу, имея свое я, друзей по духу не имея. Казенный дом, как поле битвы, здесь неформально действует война. Она уносит жизни заключенных, сполна уже и так лишенных всех благ земных и капельки тепла. Равны ли силы воевавших, когда одни в погонах и при власти, но а другие в кандалах? Нечестно бить того, кто не даст сдачи. Способно жить так только слабаки. Система только нас ломает, однако бессильна для толпы.